начнешь, когда скажешь. Да, да, ну уже вообще-то. Чтобы мы отошли, не разговаривали. Седьмой, когда пройдет, дальше с ними стрелочница. Видишь, она посещает? Все, начнешь снимать, скажешь? Здесь снимаем. Thank you.
сюда приезжал. Да? А, он отцепил. Вот хорошо, давай, снимай это и так же закрывай ворота. Все начал. Да. У меня затвор сейчас назовется. Поэтому здесь много состава.
слов скажете. Вагон Татра, модернизированный на заводе ТРЗ. Чем он отличается от обычного вагона Татра? В нем нет мотор-генератора, установлен преобразователь тип 1С11. Вот. И нет ускорителя. Все управление вагона осуществляется по электронной схеме. Нету уже. То есть на нем система та же установлена, что и установлена на вагоне ЛТ-5. Тоже разработка завода «Динамо». Вот. И эту систему хотят применить для модернизации. Полностью меняются борта, все меняется. Вы если внимательно посмотрите, то видно, что вагон как будто новый, да? А он уже где-то, дай бог, почти 20 лет. Сиденье крепится по другой системе, разработанной тоже на нашем заводе. То есть он крепится к бортам, что дает возможность легко убирать салон. Снегочистители, у нас их 5 штук, ну довольно старые конструкции, но они еще пока у нас работают. Шесть штук, они все щеточные. Включайте. Ну, я уже сказал, у нас их 5 снегочистителей, все они щеточные, щетки с двух сторон. Он может чистить как в одну сторону, так и в другую, не разворачиваясь. Ну, как я уже сказал, конструкция, конечно, уже устарела. Сейчас разрабатывается новая модель. Готов. Это вагон с Катавского трамвайного строительного завода. У нас их 150 единиц. Дело в том, что этот вагон не проходит во все ворота. Так, депо старое, построено в 1909 году. И единственное в бывшем Союзе тупиковое. Поэтому невозможно создать потоки или зоны там ТО2, ТО1. А вагоны ремонтируются там, где в разных местах располагаются. И в разных местах это, конечно, неудобство. Мы давали задание заводу разработать трамвай под наше депо, но на Ускотавском заводе так и не смогли создать конструкцию вагона, которая могла бы проходить во все ворота. Поэтому и появилась модель ЛТ-5. Луганский завод тепловозов взялся изготовить нам 4 трамвая. Они прошли испытания успешно в этом году. И сейчас эксплуатируются на линии. Они нас устраивают. Слишком близко? Да.
это... Вот вагоны ЛТ-5, изготовленные на Луганском заводе. Оборудование, установленное заводом «Динамо» полностью. Все оборудование, электрооборудование, все изготовлено заводом «Динамо». У него много преимуществ, но и есть недостатки. Для города очень высокие полы, изгиб, как вы обратите внимание, сужающийся нос и сужающийся зад не дает водителю возможности видеть, как выходят пассажиры из задней двери, что для безопасности движения, конечно, очень маленькая кабина. Если водитель с большими габаритами, то ему туда очень трудно даже сидеть за управлением. А полы не имеют ни одного лючка. Можно мыть внутри салона даже водой, поливая со шланга, что очень удобно. Сиденья подвешены на борта вагона. Вот оборудование, электрооборудование, которое установлено на вот этом вагоне ЛТ-5, я вам показывал, устанавливается такое же на новом модернизированном вагоне Т-3. Система будет обкатываться, если получим положительные результаты, то будем дальше модернизировать эти вагоны не только в нашем коммунальном депо, а и по всех депо Москвы, где эксплуатируются вагоны Татра. Это наша старая добрая Татра, которая более 20 лет уже работает на маршрутах трамвайного депо имени Апакова. Это вагон маршрута А, от Чистых прудов до Старой Калужской площади. Их на маршруте всего в выпуске 7 вагонов. У нас имеется резерв 2 вагона, 9 вагонов этих вагонов «Аннушка». Что-то скажи. Здравствуйте. Так. Готов? Так, скажи, что ремонтируется какой-то цех? Это аппаратный участок. Здесь производится ремонт электроаппаратуры с вагонов. Вот вы видите ускорители, линейные контакторы, контакторные панели, первая, вторая, третья, межвагонные рукава, пилот-моторы. Ну, сопротивление демпферное, ну и так далее. Это у нас аварийный участок. Подъемочным ремонтом. Вагоны, замена электродвигателей, замена редукторов, замена балок при надобности. Вагон поднимается, тележки выкатываются, производятся все нужные работы, затем телеги опять подкатываются под вагон, соединяются, и вагон выходит на линию. Здесь собираются в среднем ремонте тележки для вагонов, устанавливаются новые колеса,
затем отлаживается тележки, подгоняется под вагон, подвешивается электроаппаратура, отлаживается, обкатывается вагон и идет на лифт. Это у нас моторный участок. Здесь производится ремонт тяговых двигателей, мотор-генераторов и дверных механизмов. Это готов? Это редукторная мастерская. Здесь производится ремонт редукторов вагонов УКВЗ и Татры. Нет, это он поставил его так. Поудобнее. А, понятно. Все, ясно. Станок туда-сюда. Этот станок немножко крутящийся. И плавно вот так переходишь туда. Нет, вы поближе, а то микрофон. Здесь производится наплавка реборд на колесных парах. Затем редуктор подается на проточку и на сбор тележек. Сейчас, шум. Это вот наш склад. Так, здесь у нас находятся запчасти для трамваев. И здесь же у нас находится костюм, в котором мы одеваем наших слесарей. Каждый цех у нас ходит в разных костюмах, чтобы отделять. На каждого слесаря по 3 комплекта. Меняем им каждую неделю. Ходит у нас чистенький. Все. Не хихикай. Какую площадь? А 407 полностью не работает, а чем дорога. Чего? Учебный класс при депо.
Он предназначен в основном для повышения квалификации. И слесарей, и водителей. Но если такие фундаментальные повышения квалификации, серьезные, как повышение классности водителям, осуществляет комбинат на своей базе, то такие программы, как по безопасности движения, скажем, курс целевого назначения мастеров производственного обучения по вождению, обращение с этими, с автомобильными аптечками, скажем, все занятия здесь проходят. Где-то 20, где-то 10 часов, где-то 48 часов. Они проходят в кабинет. Это то, что касается водителя. Да, кстати, если вводятся новые ПТЕ, правила технической эксплуатации, новые правила дорожного движения, или даже старые правила дорожного движения, но что-то новое в них. И мы здесь со всеми водителями проводим эти занятия. Но кроме того, мы что? Ежегодная проверка знаний водителей. Это же все, это все предприятия проводят. И мы вот здесь, в этом кабинете проводим. Это обычно идет в течение месяца. Ну, скажем, в сентябре мы проводим занятия по осенне-зимним перевозкам. Это занятия, которые определены правилами технической эксплуатации, что при изменении климатических условий все водители должны пройти такой семинар об особенностях работы осенью-зимой. Заканчивается семинар, начинается проверка знаний. Ну, кстати, мы проверку знаний вот и проводим, скажем, на специальных пультах, на контрольно-измерительных установках. Ну, примерно так, как вот в свое время в начале ГАИ у водителей принимала экзамены. Но там у них компьютеры загораются. А у нас мы водители даем карточку, даем пульт. Он нащелкивает на пульте свои ответы, подходит к преподавателю, только у преподавателя электрическая схема. Он включается в розетку и все. А здесь свободно, водители садятся, подходят, включают, лампы загорелись, ответ правильный. Лампы не горят, ответ неправильный, давай по новой. Ну а со слесарями у нас... Когда поступает новый подъезжающий состав, тогда мы вынуждены проводить занятия. У нас единственный вот большой кабинет, он на 35 посадочных мест. Кроме того, и запасные стулья есть, стоят, тогда так, потеснее садятся. Вот все, что касается новой техники, занятий здесь. Иногда вынуждены проводить курсы даже потому, что уже давно было пройдено. Люди меняются. Приходят новые слесаря, они вагоны не знают, значит, снова организовываем курсы. Здесь же мы проводим квалификационные испытания водителей, то есть работает квалификационная комиссия. То есть не водители, водителей мы разбираем только тогда, когда у него много нарушений. А вот слесарям присвоить разряды, ну, здесь вот столы по-другому ставятся немножко. Садится квалификационная комиссия во главе с главным инженером. Вот, и проверяем знания водителя, слесарей, то есть так. И на основании даем разряды или нет. Вот основные функции этого кабинета. Значит, в этом кабинете установлено все оборудование вагона «Татра». Ну, по мере модернизации вагонов «Татра» вносятся здесь изменения. Вот. Скажем, пульт водителя, вот он расположен таким образом, чтобы при занятии с водителем и со слесарями видно было, что делает водитель и как в это время работает аппаратура. Ну, во всех других депо пульт стоит, значит, другой стороной, видят зато стеклоочистители, там все видит. Нам мы решили идти по своему пути. У нас многие части открыты здесь, и видно все это, как что расположено. Ну, например, здесь пульт немножко, вот расположение предохранителей устарели, сейчас уже автоматы
стоят. Но мы не стали менять, потому что это не влияет на работу схемы. Вот здесь у нас, вот видите, над ним же размещена над пультом схема. На это схема вагона УКТМ. Кстати, с самого первого выпуска вагона УКТМ, и мы сейчас начали работать над такой же большой схемой, но уже последней серии. Чтобы вот этих заплаток так не было, и потом она немножко имеет отличие. А по вагону Т3, которая схема здесь была, мы ее оставили вот здесь. Уменьшили и поставили вот ее схему по вагону Т3. Ну, так как в основном у нас народ знает ее, слесаря во всяком случае не знает работу схемы, вот, она больше не требуется по размерам. Но если продолжать о плакатах, то смотрите, ну это потому, что мы совсем недавно, вроде время летит быстро, начали осваивать вагон УКТМ. Ну, серии 71-608 КМ. Вот здесь расположение на щитке крупного водителя. Кстати, водителям инструкции везде дается, эти рисунки даются в таких вот инструкциях. Вот эта инструкция водительская, так? Вот. И здесь даются то же самое эти рисунки. Вот. Это щиток, который очень плохо просматривается у вагона КТМ. Вот смотрите, большой громадный щит, который с левой стороны кабины расположен. А вот здесь находятся предохранители, на которых вы ничего не прочтете, не сможете просчитать. Так вот, для того, чтобы это вот дано в увеличенном виде, скажем, вот такой плакат. Здесь вот дан один из первых пультов. Очень неудачно нарисован, кстати, художниками нарисован. Я убедил, что художники рисовать такие схемы не умеют. Да, потому что такие графические рисунки лучше рисовать не художнику. Видно, чертежнику надо делать, конструктору, да. Но здесь приходится мне самому выкручиваться. Вот. Поэтому, видите, здесь вот пометки, помарки заменяли что-то. Это рисовал художник. Вот такой нехороший. Но, видно, в будущем мы поставим все-таки хороший пункт. Это вот из плакатов. Сейчас. Теперь расположение оборудования. Оно у нас все подключено. Стоит водителю нажать на пусковую или на тормозовую педаль, как у него схема приходит в движение. Значит, вот это третья панель. Низковольтная, где находится у нас и реле безопасности, реле блокировки барабанного тормоза и другие основные электронные приборы. Линейный контактор – это главный контактор. Он называется почему-то линейным контактором. В общем, это главный контактор силовой. Над ним стоит уменьшенный во много раз макет рельсового тормоза. Вот. Этот. Вторая панель высоковольтная, в которую ни водитель, ни слесарь без канавы уже не может попасть. И, наконец, первая панель высоковольтная. Эти панели высоковольтные. Полностью. Если здесь у нас, скажем, целый ряд контакторов высоковольтных стоит, это отопление в основном, так? Обогрев. Но здесь они все высоковольтные стоят. Это первая слева панель, которая стоит первая. То есть с правой стороны панель. Да. Вот. Это же я набрал. Выключить. А вот с стороны находится вторая. Первая. С нее надо было и говорить. Так? Вторая, которая находится посередине. И наконец третья, находящаяся с правой стороны. Линейный контактор, когда на вагоне он расположен под передней площадкой, если он стоит. Вот, а на этой стороне, дальше, так, у нас расположен барабанный тормоз, который, как я уже говорил, у нас все оборудование работает от пульта. Ну, сейчас стеклоочиститель мы немножко заменили, вот сам стеклоочиститель. Тот, который был на первых вагонах Т2, стоял здесь, он ушел у нас в музей, на музейный вагон. Здесь показан уменьшенный сам макет двери, дверной, весь привод сохранен. Ну, короче, только тяга
Да? А двери, это вот наши умельцы уже делали двери, он тоже самое работает нормально. Вот контроллер. В полном сборе контроллер водителя вагон Т3. А здесь у нас, вот видите, модель мотор-генератора. Двигатель-генератор, да? И ускоритель стоит. Ну, ускоритель стоит немножко первых выпусков. Мы не стали менять, потому что принцип его работы остался прежним. И поэтому двигатель, который то же самое показывает нам, ну, вся работа его как на вагоне. Туда, сюда ходит, как мы положим. Ну и замыкает эту шеренгу. Вот привод подвздошного тормоза. Мы с него, кстати, и начинали еще в другом кабинете. Начинали делать его. Вот здесь натяговый двигатель. Вот барабан стоит, кстати, с первой серии вагонов Т2 и первой серии вагонов Т3. Барабан стоит. Но мы не стали его менять, потому что это не играет роли. А так остальное вот, соленоид, или как мы называем привод, и сам барабанный тормоз. А на него мы сгроводили макет, игрушку, сцепные приборы буксировочные. На него сгроводили место. Вот это то, что на этой стороне у нас расположилось, то, что мы смогли расположить. Несмотря на то, что кабинет 80 квадратных метров, а видите, сзади не поставишь, сзади стоит конторка, говорит, так. Ну, это проверка знаний водителей, кстати. Мы проводим вот на таких контрольных пультах. Вот. Водитель вручается пульт, вручается карточка. Карточку показать не надо. Вот, сейчас. Тогда. Видите, специально карточка водителю дается на 5 вопросов, на которые дается 5 ответов. Одна из этих карточек дается, он по ней работает. Выбирает ответ правильный, щелкает тем выключателем, который считает нужным, подходит к преподавателю, тот вставляет этот пульт в контрольное устройство, щелкает выключателем, и ответ готов. Или-или. Вот такие вещи. Так, вот здесь у нас, видите, две горки. Мы все думали, каким же образом нам расположить, чтобы побольше плакатов было. Ну вот. Пришли к выводу, что вот такие горочки очень удобны. Видите, особенно вот этот светлый. Это здесь вагон ТДМ и ЛТ-5. Вот они сейчас свежие, новенькие, блестят. Вот все, что я мог вам сказать. Ну, а это вот у нас проводилось занятие по вагонам ЛТ-5, водителям показывали особенности, отличия от вагонов Т3 и от КТМ. Ну, например, вот здесь показан очень хорошо дисковый тормоз, который раньше у нас не применялся. Когда-то дисковый тормоз давно-давно применялся на чешских вагонах К2, но они не прижились на бегунковых тележках. Но вот эти тележки считаются очень мощные тележки. Честно говоря, нашим слесарям они не нравятся. Вся система тормоза и вот здесь вот торсионная система, редуктор торсионной системы, все это нашим слесарям, эксплуатационникам очень не нравится. Очень много, так вы понимаете, иногда на заводах, так же, как вот этот, у КТМ вагон, на заводе у них серийный идет, там собирать легко. Но как только ремонтировать вагон, не подберясь ни под ту гайку, не подберясь ни под другой прибор. Вот примерно то же самое нас ожидает на вагонах ЛТ-5, которых нам обещали еще 25. Если доживем. Вот. Вкратце. Можете видеть их? Нет, не надо, потому что они, видите, прикрыты. Да его не видно. Не видно, ладно. Это прошлый год. Ага. Козлы-то были. Все три влезают? Да. Давай, поехали. Ну вот заслуги нашего
предприятия в освоении этого трамвая, Татры, вот были, например, отмечены чехословацким правительством дипломами в разные годы. И когда пришел 5000-й вагон, а другие, если он так. Съемки идут. Не звоните. Попозже чуть. Так. Татры за освоение, Татры в Эстонии. Эстонцы в честь столетия своего трамвая прислали нам свой диплом. Вот. В свое время наши специалисты были во многих трамваях. Особенно запомнили Орджоникидзе. Там наши водители работали. Вот. Наши специалисты работали, налаживали вагоны. Так что мы внесли большой вклад в развитие этого трамвая. Ну, вот. Все. Да. По-моему, ни в одном депо нет такой конторки. Вот, отдельно, чтобы все видеть. Вот другой водитель занимается, преподаватель занимается здесь, это не пишется. В конце января где-то пару глав мы наработаем и вам принесем. Ну ладно, заодно мне интересно пришло. Да, здесь да, у нас есть такие. О! Стерильная система. А, нет, они не самые первые у вас. Нет, да. Чехословацкие были через несколько лет. Да. А эти были самые первые. Вообще в Союзе. Это уже 51-й. Да. Сейчас, ребята, у меня. Трамвайное депо имени Апакова является структурным садится на Анску. Когда мы еще прокатимся? Я осторожно, перебивай. Остановка Свято Данилов монастырь. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона будьте осторожны.
Забудь быстро выключить его. Да. Все, снимай. Начнешь снимать, скажешь? Не снимаю. Вот сейчас отпоит.
Снимаем. Так поярче. Ты что, рассматриваешь? Да нет, вот режим специально яркий какой-то. Снимаешь? О. Постой, тебе сейчас снимут. Нет, как раз в движении хорошо. Ну да, сейчас мы сейчас на тот. А сейчас мы что, останемся? Он куда мы? Камаза? Да, да, Камаза. Нет, Камаза. А мне сейчас все. Вот сюда, вот, чтобы нас никем не задело. Так, я готов.
ты здесь стоп делаешь и куда сразу? Все равно в том отрежем. Когда начинать бежать-то? Да. Ну как он еще не тормозит на последний свет? Угу. Thank you.
получится. Ребята, а мы в карете. Уходим, срочно в радиосистему на 9 канале. 5 номер.
Трек не от надобности представлять.